Еще раз доброе утро. Все-таки пришел на пирс поснимать отсюда. Как бы на время уже 10 часов, но людей немного, потому что многие люди просто гуляют по набережной, так что холодно. Сегодня первый раз увидел, что температура воды показала плюс 22. Конечно, у нас нет снега. Это, наверное, один день такой холодный. Вода вообще холодная. Но очень чистая. Ну, потом с берега еще раз покажу. Сегодня с утра уже снимал видео, какая она прозрачная. Наверное, северяне купаются. Им эта водичка кажется теплой. А потом по аллее пройду, покажу, сколько людей. Тут опять очередь за чебуреками. Как я проходил, тут очередь еще больше было. Как бы людей все равно не стало. Кто-то на экскурсии, наверное, сегодня уехал, погода не очень. Горы куда-нибудь, водопады. Пока у нас осень.
Надеемся, завтрашнего дня уже опять.